Нормально же? Форелевая блесенка, что, пойдет? Да она еще не устала, подожди. Хорошая, видать. Конечно, хорошая, двушка, не меньше. Ты в воду опусти, пацачок, ты когда ты ее пугнешь, когда вот так вот. Тихо, тихо. Блять, он сейчас спиннет. Тихо, ну ничего. Вон она, нифига. Тихо, Паша со своим балансиром. Ты лови на одну снасть какую-нибудь. Брат. Вот он. Нет, ты. Тихо, тихо. Не торопись. Под сачком, главное, не дергай. Я не дергаю. Ты мне и спиннинг уже зацепил. Да пофигу, тихо. Тихо, тихо, тихо. Все, сейчас спиннинг. Да блин, подожди ты. Я что ли, это она? Сейчас будем распутываться. Нет, его в воду опустили, потому что она может угануться, когда ты будешь на ней вести. Так, ну это двушка, не знаю, не, полторашка, да. Уловщик. И то это не весь. Уже есть соленая почищенная. Это не вся еще. Да, это не вся. Ну вот, мерная такая сорожка. От 100 грамм и выше. Мельче отпускали. Ну такая рыбалка на Шульбинском водохранилище. О. Бля, да что такое-то, не могу справиться, нифига, вот это плотва. Более-менее. Это вообще плотва? А? Офигеть. Я не знаю, ну, бля, грамм 200-то, наверное, есть. Смотри, как гнется, нифига, блин, лайт, вроде окунь-то не крупный. Ну, разловил я. Ну, такой нормальный. Ой, Жека, тихо. Меня, о, Жека ничёшного поймал. Паша тоже, что ли? Но, смотри, какой альбинос какой-то. Ну-ка, в руку возьми. Вот так, бочком. О, да. Вообще интересный, но какой-то. Еще и смотри, ирокез порванный. Сейчас пообедаем, отдохнем. К вечеру посмотрим, что будет дальше. Ну вот, пришли на вечерний клев пробовать. Первый окунишка. Зацепился, не знаю, размерчик. Что-то сопротивляется хорошо. Взял на единичку беленькую. Да ё-моё, ты чё? Офигеть. Тихо, тихо. О, хороший. Тихо. Тихо, тихо, братишка. Ну, это уже зачетный. Думаю, зачетный уже окунишка. По сравнению которых мы ловили, этот уже вот такой вот пассажирчик. Думаю, грамм 250. Какой же, да? Ну почти, да нет, у него поболее. Да, еще один. Так, пошел лифт, так сказать. Этот уже светофорик взял. Раскачал луночку. Дальше пробуем. Опять жерлиц поставить. Как загарчик уже. Так. Что у нас тут? Мотает, мотает, мотает. Есть. О, хорошая, хорошая. Ух ты, ох, как она. Тихо, ух ты, вообще хорошая.
вообще хорошая. Так, не спешим, не спешим. Ох, ох, тихо, тихо, ох ты, нифига себе, офигеть. Это, наверное, что-то под двушку. Меньше, ох ты, тихо. Так, не спешим, не спешим. Хорошая. Тихо, тихо, ох, тихо, ох ты, нифига, вот это она. Тихо. Жека, не подходи близко, не пугай. Да, это уже не тех шнурки, которых мы ловили. Хорошая щука. Да ты что? Нифига не хочет в лунку идти. Так. Тихо. Вот зараза, а. Поперек лунки встает. Иди сюда. О. Да тут уже, наверное, трешечка. Жека, гляди. Вот это кабан. Фух. Вот это щукарик. Конечно, не ожидал я здесь такого. Вот мой размер 44. Еще одна поклевочка. Хорошая. Хороший окунь. Наверное. Надеюсь, что окунь. Да-да. Ох ты, вообще хороший. Может, такой же. Так, иди сюда. Ох, братан. Или судачок, или окунь. Ух ты, ух ты. Наверное, судачок. Что-то, блин, зря же как подсачек не взяли. А, нет, окуняра. Нифига себе. Добрый окунь. Вот это. Вот это да. Братишка, ну это уже зачетная кунишка, а? Далеко. Вот это, да, хорошая в сетник, нифига, но ну, просек. Тут вообще сходов ноль. Ну, я не знаю, это уже, наверное, к полкило ближе. Колбасень такая, две ладохи смело. Это уже что-то. Тихо, тихо, тихо. Ё-моё, Жека, это писец какой-то. Жека, ёлки-палки. Это пятерик, наверное, или трошка. Тихо, тихо, сильно не кипишуй. Да офигеть, ты что, ты посмотри, что творит-то. Жека, не отвлекайся. Под лодкой. Нет, не пятерик, ну трешечка, наверное, есть. Тихо, тихо, тихо. Офигеть. Вон ты туда смотри, ты нафига на спинник-то смотришь, ты на щуку смотри. Вот она, рыба моей мечты. Тихо. Бля, твою мать. Нет, не трешка. Ну, два с половиной. Или трешка. Отпускай, отпускай. Хоп. Уа. На который поймала щучка. Так, смотрим. О, пошла. Мотает, мотает. Мотает. Мотает, мотает, мотает. Есть, еще одна. Еще одна. На этом же самом месте. Ух ты, ух ты, о, хорошая. О, хорошая. Нифига, надо, что противляется. Тихо. О, да даже чуть-чуть покрупнее.
Одна лунка только работает. Одна жерлица. Ну, хорошо взяла. Так, хорошая. Хорошая мама. Ух ты, тихо. Блин, Жека. Да я понял, Жека, не матерись. Ух ты, вот это потуги. Так, фрикционщик работает. Что-то вытащить не можешь, что ли, Жека? Фу, ё-моё. Нифига. Вот это да, смотри, тихо, тихо, не торопись. Блин, нифига. Тихо. Конечно, она сейчас раскручивала что-то, не видишь. Вон, смотри, куда она. Тихо, это мама. Это мама. Стопудовая мама. Под лодкой. Жека, не уберись под сак, ты чё? Видишь, она под лодкой, подожди. Тихо, тихо, не торопимся. Ох ты, мама. Блин, дофига лески. Строить надо. Лишь бы хорошо взялась, тихо, тихо. Не торопись, не торопись, не тянись. Сейчас. А то мы можем сейчас свечку сделать. Ох ты, нифига. Вот это у нее силы. Тихо, нифига. Тихо. Блин, вроде не крупная, с дури в ней. Тихо, тихо. Да ты что? Нифига на мне спиннинг гнет. Лайт. Тихо, тихо, сейчас все равно устанет. Подожди, не торопись. Тихо. Тихо, тихо. Сильно подожди. Подожди, я подведу, не торопись. Давай. О, более вроде не крупная, с дури в ней, да? О, жирная какая. Блин, ну тут килушник. Нет, полтора. Блин, вроде не крупная. Как она? Хорошо. О, тихо, выпрыгнуть хотела с подсачка. Нифига, с первого же заброса на новое место. Так, красавица. Вот она, наша вторая поездка на Буконь. Прибыли ночью.